Всем привет, мы на 13 уроке по Terraform. На этом уроке я вам покажу, как печатать результаты наших выполнений и наших запусков Terraform. Видите, как у нас заканчивается наш Terraform. Вот мы запустили, apply complete ресурс, отлично. Вот, допустим, мы подняли веб-сервер, да, и чтобы найти этот IP-адрес, по которому веб-сервер теперь у нас существует, нужно пойти в консуль. То есть надо пойти в AWS Console, вот, вот какой IP-адрес, ну да, все, отлично. Или там нам нужен Instance ID, вот он Instance ID, или нам нужен Security Group ID, вот он, да, или там ARN, Amazon Resource этот Name. То есть все, что, все результаты, нам нужно, в принципе, идти в консоль и искать их. А представьте, если у вас нет доступа в консоль вообще, у вас, вам дали вот эти access key secret key, у вас нет доступа в консоль. Вы можете использовать и Terraform для этого дела. Для этого дела используется Outputs. Outputs – это печатать результаты на экране выполнений ваших. Печатать можно, в принципе, что угодно. Давайте добавим это дело. Обычно добавляют внизу и вообще-то в другом файле добавляют. Давайте мы сначала сделаем один файл, а в конце урока мы перенесем это в другой файл. В общем, синтаксис всего этого дела очень-очень простой. Пишется дело так. Output. Как мы хотим назвать, как бы говорится, переменную. Это типа в программировании return. Если вы знаете, что return, я думаю, что знаете. Это похожая вещь. То есть return, что вернуть. Мы хотим web server instance ID напечатает, пусть мне. Вот так, instance ID. Я хочу, чтобы вывел мне. И что мы здесь делаем? Пишем value, это важное слово. И теперь value чему равно? Что именно вернуть? И это дело у нас равно нашему AWS. В принципе, вот, чем учиться. Вот этому всему, да. AWS Instance My Map Server. Вот так вот, все. Вот все, что мне нужно сделать. Все готово. Ходите, запустим, посмотрим. Сейчас ничего не будет изменено, конечно же. Ничего не надо добавлять, ничего не надо убирать. Единственное, что нужно будет сделать... Это напечатать результат. Вот и все. Вот и все, видите? Теперь наш выполнение заканчивается по-другому. Видите, как заканчивалось раньше? Теперь заканчивается вот так. Apply complete и теперь outputs. У нас в output только одну штуку взяли. Веб-сервер instance ID. Вот он, instance ID напечатался. Супер, давайте добавлять еще туда. Нам нужен IP-адрес теперь, да? Чтобы не мучиться, мы делаем вот так вот. И веб-сервер public IP. Адрес. Да, называйте это как угодно, только как бы, да, это без пробелов должно быть. И public IP у нас, мы же используем этот, как его, и AWS и IP. Ну, это как его, этот Elastic IP, так мы его и используем. То есть мы выдаем, вот что здесь мы выдаем. Точка, и как он там называется, MyStatic IP, и вот здесь, как он же называется, это IP, просто IP, черт его знает, как найти, давайте я вам покажу, как это найти. Нам нужно посмотреть, что этот ресурс, и какие аргументы он образует, как где-то смотреть, ну, конечно, документации, идем в Google все знает, вот документация официальная, и вот, видите, IP-адрес, бла-бла-бла-бла-бла, здесь в конце атрибуты. Аргумент reference это называется. И где это дело? Ой, атрибут reference, вот он. Public IP, вот как он называется. Public, contain public IP-адрес. Вот так вот, все просто. То есть, public IP, короче, нужно написать. Вот и все, в принципе. Видите, много всякого можно это выдать, как бы еще всякого. Сейчас мы сделаем несколько этих, как его, аутпутов разных. Тык-тык-тык-тык-тык. Точка public IP. Если я сейчас это запущу. Кстати, есть такая команда, знаете какая? Не Terraform apply, а Terraform output. Это чисто напечатать output. Ну, сейчас, видите, он печатает output только на одну вещь. Не печатает на наше, как его, на адрес, потому что нужно apply сначала запустить. Чтобы пробежался, как бы, Terraform и по всему этому TF-файлу, зафигачил все. А этот Terraform output, он просто печатает эти аутпуты с этого, с вот этих TF-state. Ну, чтобы в TF-state записалось, нужно Terraform apply запустить сначала. О, видите, как классно. Теперь Terraform output тоже работает. Видите, он выдает. Супер. Давайте что-нибудь еще добавим. Нам еще, допустим, надо. Вообще, желательно, я вам всегда рекомендую делать много аутпутов. Много, на многие очень важные вещи.
Почему? Потому что, когда мы начнем работать с Remote State, это очень важно. Эти все output мы можем использовать в других Terraform файлах, вообще, в других Terraform директориях. То есть мы можем соединить и куски Terraform, стек, я не знаю, как называются, более правильно. В CloudFormation называется стек. В общем, допустим, здесь вы в одном директории вы делаете вашу VPC, да, это как бы сеть, а в другом Terraform вы поднимаете сервера. И нужно, чтобы сервера знали, в каком VPC и все ID этих знать. Как это делается? Через аутпуты и remote state. Это мы будем учить попозже. В общем, аутпуты важная вещь не только для того, чтобы напечатать их вот здесь в окошке вам красиво вот так вот, а на будущее это тоже очень важно. Поэтому важные вещи все делайте output. Допустим, мы в нашем в этом Terraform создаем security group. Security group ID тоже очень важно распечатать, как бы пригодится на будущее. Очень-очень-очень важная вещь. Очень, как бы, знаете, это очень важная вещь. Поэтому нужно печатать все подряд. И что еще можно печатать на instance, даже не знаю, instance AMI можно печатать. И вообще, какие вещи можно печатать, давайте я вам еще покажу. Кстати, есть такая штука. Terraform Show. И что он нам показывает? Он, в принципе, читает этот файлик tfstate. Да, он просто читает файл tfstate и показывает его в красивом формате. И все вот это можно печатать. То есть на Elastic IP можно печатать ID, можно domain написать, можно распечатать associate ID, private IP, вот мы его, public IP использовали. Можно использовать private IP, private DNS, interface ID. На instance можно чего напечатать? ARN его, видите, AMI. Instance ID вот мы используем, state его даже можно использовать, который текущий, instance type. В общем, полным-полным-полным-полно вещей можно использовать. И это очень-очень круто. Вот так можно узнать, окей, что мне можно вообще распечатать, как бы. И вот так это все и распечатывается. То есть вы так можете Terraform Show, он покажет вам все-все-все атрибуты всего-всего-всего, и выберите, что мне печатать. Вот что мы там хотели, мы хотели security group. Где там security group? Вот она, security group. Мы хотели security group. ID, где тут? Вот он, ID. Ну, ID так и называется, все тут просто, да. Поэтому просто берем, добавляем, только назовем его веб-сервер SGID, да, вот так вот давайте. SGID. А там еще, по-моему, SGID, и есть SG еще и ARN, да, вот его тоже напечатаем, давайте. Почему нет? И как там это дело было? Security Group, My Web Server. Security Group My Web Server .id. Это мы распечатываем ID этого, как у Security Group. И также давайте сделаем ARN, этот Amazon Resource Name. Здесь просто назовем его так красиво ARN. И здесь ARN. ARN. Все, и можно запустить и посмотреть, что он теперь напечатает. Блин, не шоу. А и output apply. Чтобы он это записал, эти данные в Terraform State. Пока это видите локальный state. Потом он в будущем будет работать с remote state. Эти файликов у нас здесь не будет. Они будут в другом месте, удаленном. Ну вот, видите, как красиво. Побольше аутпутов делать. Это серьезно, это очень важная вещь. Всякие ресурсы, все важные вещи, которые делаете, очень важно распечатать. И теперь давайте что это сделаем, перенесем в другой файл, потому что принято output держать в другом файле. Вообще принято все расписывать по разным файлам в Terraform. Ну вот мы начнем это уже прямо сейчас. Делаем cut отсюда. И давайте создадим файл с таким принятым названием outputs.tf. Просто сюда запихиваете это и все. И вы сейчас можете задаться вопросом, ну я уже отвечал на него, по-моему, так само. Как тогда вы запускаете Terraform, какой файл начинать, какой первый делать? Ну, во-первых, здесь в виде dependency, да, то есть это правильно, что не будет создано, хотя это ничего не создавать, прежде чем это не будет создано. В общем, как Terraform делать, не важно, сколько файлов TF у вас здесь, он все их берет и объединяет в один, вот и все. И уже смотрит внутри, что это как его, кто первый, кто второй, кого первый, кто второго делать. Вот видите, я сейчас перенес это в другой файлик, спускаем, и все отлично так же работает, как и работало. Просто все в другом файле. Вообще, что переносить в какой файл, расписывают это файлы. Обычно общая практика где-то в 3-4 файла расписать все. То есть главные вещи в main файле, типа вот этот файлик можно переименовать в main. Этот у нас output, ну на следующем уроке все сделаем, наверное. И есть еще variables файл, это когда мы будем учить variables.
Мы сделаем такой файлик. И еще, что еще? Remote state, отдельно файл делают. В общем, на каждой работе по-разному. И каждый, как бы, у каждого немножко свой стандарт. Ну, на работе, где работаете свой стандарт, то вы просто берите этот стандарт. В общем, видите, все красиво напечатает. Все, что надо. В общем, это все. Вот так вот и делаются аутпуты. Очень просто. И давайте, наверное, все же еще раз. Еще одну маленькую вещь. Можно сюда добавить description. Description. Но этот description чисто для вас. Чисто вот, чтобы кто-то, кто читает код, посмотрел. This is security group ARN. Или, в общем, здесь вы сами описываете себе это дело. Это дело не печатается нигде. Сейчас вы увидите. Я запущу еще раз. Security, это как его, групп ARN, не напечатается. Это description чисто, опять же, для вас, чтобы кто читает код, чтобы понятнее, может быть, немножко больше было понятно, что это вообще такое. Ну, знаете, что этот description можно добавлять. Ну, такая ерунда, конечно, в принципе, мало кто добавляет их, как бы, просто старайтесь назвать переменную этого output, такую понятную, как бы, чтобы она называлась вот, понятно как-то. Видите, этот description нигде не выдался, хотя я его добавил. Это чисто, короче, для вас. Ну все, до встречи на следующем уроке, бай-бай.